Мне нельзя смотреть. Мне жена. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Рея. А сколько вам лет? А, окей, сначала это, окей. А, мне 22. Да. Классно. Да. А, мое имя переводится с азербайджанского как сон, но ассоциация идет это как мечта. Вам очень но подходит ваше имя. Но я здесь, я дошла до вас. Отлично. Ну что, погнали? Я могу кое-что сказать да, до конечно. Начала выступления? Я хочу немного дать информацию, про что моя песня. Она да, называется пожалуйста. «Сара Геолин». Это национальная песня Азербайджана. Если девушка засватана, и она одобрила, то есть она сказала «да», то она переодевается на следующий день в желтый цвет. Извиняюсь, тут есть ремарка определенная. Да. «Сара Геолин» на самом деле это очень древняя как бы, легенда, скажем так. Нашего фольклора. И есть 7 теорий возникновения Сары Геолин. Самая распространенная теория Сары Геолин – это не ставшая женой вдова. То есть она вышла замуж, ее муж пошел на войну, он погиб, не будучи как бы, женихом, да, и когда он умирает, она надевает желтое обличье. Ну, это одна из теорий. Другая теория такая, что на самом деле при выходе замуж женщина одевает это платье. Ну, в общем, это не важно. В общем, Сара Геолин – это национальная, древняя, фольклорная песня Азербайджана и символ азербайджанского народа, символ азербайджанской женщины. Очень красивая, спасибо. Талантливая. Вы уверенно вышли на сцену. Большой респект вам, что вы уважаете вашу культуру, историю. Очень красивое исполнение. Мне больше понравилась ваша уверенность на сцене. Спасибо, спасибо большое. Не каждый певец может позволить себе спеть Сара Геолин, потому что, вы знаете, на самом деле фольклорно, с народным ансамблем, как это поется. Но то, что вы сделали миксаж, стилизацию, это креативизм, это 21 век. Да. Почему бы и нет? Меня это тоже очень удивило, приятно удивило. Приятно, спасибо. Это самое главное. Спасибо. Честно признаться, я очень не хочу вас расстраивать и не хочу вас обнадеживать при этом. Я просто хочу, чтобы у вас был шанс покорить этот мир и наш проект. Я говорю вам «да». Не, ну, я говорю, конечно,
Да. Да. Я говорю, да. Ура. Конечно, я говорю, да. Ой, спасибо. Спасибо вам. У вас 4, да? Значит, вы проходите следующий тур.